Любишь игры? Разбираешься в киберспорте? Следи за трансляциями, делай виртуальные ставки и выигрывай настоящие деньги. eSportBets.com. Живой азарт и холодный расчет. 7-й сезон легендарной серии StarLadder TV. 16 сильнейших команд Европы. Более 120 матчей регулярного чемпионата плюс LAN-финал. Самые популярные комментаторы. Смотри StarLadder TV через Dota 2 клиент. Эксклюзивный сет от StarLadder TV уже в продаже. На ваш выбор два билета с эксклюзивным сетом и без него. Будь в курсе последних событий. Смотри StarLadder TV. Доброго времени суток всем, дорогие друзья! С вами по-прежнему Каспер, с вами по-прежнему Жотм и StarLadder TV. Мы начинаем, точнее продолжаем смотреть очередной день Star-серии, предпоследний день Star-серии, матч между командами Fnatic и UEBELST. Сейчас я быстренько наберу Жотма, точнее... У меня просто, да, почему-то вообще отказался работать Skype. Ладно, я покажу пока что вам турнирную таблицу, как она выглядит, кто у нас где находится. И мы видим, что в верхней части турнирной таблицы ни одной, ни другой команды нету. Следовательно, мы наблюдаем Фнатиков внизу. Для Фнатиков это последний матч, так же, как и для команды UEBELST. Алло. Да-да-да, алло. Здравствуй, звук нормально? Нет, ты как-то тиховато, а ну поговори. Ну, говорю, могу сделать погромче процентов на 20. Сейчас я тебя у себя сделаю просто погромче, а ну говори. Говорю. Еще раз, говори. Раз, говорю. А, отличненько, вроде бы. Ну, я думаю, нам там через 2 минуты скажут, громко или не очень и так далее. А, в общем, я пока рассказывал, что для Фнатиков это последняя игра в этом сезоне. Какая у них статистика? У них статистика такая же, как и у остальных. Я имею в виду Менес, Посейдон и Virtus.pro. А, точно, они же в нашей группе. Да, группа смерти. Та самая. Такой нормальный соперник, что можно заработать 3 очка вполне. В том и дело, что вот Фнатикам сейчас проигрывать в принципе нельзя. Вот противопоказано, потому что если они проигрывают, они вот становятся прямейшим претендентом на вылет, потому что остальные команды, они там между собой... Игры не сыграли. Да, они-то еще порубятся там, и может кто-то очков заработает. А вот для Фнатиков это будет последний матч, и если они сейчас сольются, то составят они компанию UEBELST, против которых, собственно, они сейчас и играют. UEBELST Gaming, они гарантированно уже вылетают со StarLadder. Ну, не со StarLadder, а из Star-серии. Прошу прощения. На StarLadder они, возможно, и останутся, только уже там в Pro-дивизионе где-то. У нас такая система щадящая, можно еще через сезон вернуться. Так вылетает напрямую только одна, а две играют переходники, так? Вот, не, вроде бы две вылетают, две переходные. Ну, раньше так было. Может, вот сейчас... раньше так было, я что-то видел где-то, что вроде... ну, я знаю, что из Pro точно проходит одна, а не две, как раньше. А, ну, тогда, наверное, вот все именно так. Сейчас я вот быстренько посмотрю.
переходы в дивизионах, если тут поменяли. Ну, тут старые пока еще, наверное, правила, я не уверен. Я недавно читал на сайте StarLadder, там было написано, что из Pro первое место попадает напрямую, второе, третье, играет переходные, четвертое, пятое, там имеют слот в какой-то турнир. Что-то в этом духе. Да-да-да-да, я же говорю, я тоже вспомнил новости, я эту тоже новость смотрел. Да, там же сейчас сделали вот эти все квалификации на, ну, за слот, так что да-да-да-да-да-да-да, все правильно. Одна команда попадает напрямую, две стыковочные, и одна тоже теоретически вроде как имеет шансы. А у Ubisoft нормальные ребята. Они, кстати, не робкого десятка, слушай. Действительно, не робкого десятка у Ubisoft. Саппортчи, брат, Рум будет. Люди поймут, почему. Да, я, кстати, забыл выключить торнир. Или саппортчи Пуч, потому что Чил вроде играл на DS. Саппортчи Пуч? Ну... Я помню, что с Шарфом, когда я играл в команде, у нас и такое было. Не, ну судя по тому, что тут Пудж с Иммортал Крюком, Усами и Фартушком, я думаю, что все-таки это будет мидер Пудж. Но я могу ошибаться. Вот как ты решил. А то, что Дестройер у него всего лишь какой-то команд став, это явно саппорт. Явно саппорт, именно. Вот Рубик Ассет, вот он, это Керри, да? Романыч. Именно так. А нет, у БК... А что они тогда Пуджа пикнули? Блин, чтобы он суппортил с костяным крюком? Ладно, я, конечно же, шучу. Мне тоже очень интересно посмотреть, как вообще будут развиваться события и кто куда пойдет. Да, походу, реально, Пудж будет роумить вместе с Рубиком. Спиритбрекер будет стоять наверху. С миди будет стоять СФ, снизу Девор. Или наоборот. Как захотят. Да, там также пишут, что ослики возвращаются в старосерию. Да-да-да-да-да, они там неплохо отвоевали в про-дивизионе. Вот Ослик Гейминг, они же сейчас Альмет вроде бы называются, они действительно показали, что, несмотря на то, что да, они вылетели из старосерии, что играть там они имеют право, выйдя повторно еще раз сразу в следующем же сезоне. Это, я считаю, очень неплохой тоже показатель. Да, сезон пропустили, но ничего страшного, пободались. И они снова у нас. Скоро мы снова увидим Бигнума и компанию в действии. У них там немного обновленный состав. Мы с ними КВшки поигрываем. Там нету Альбы. Но там, я помню, Бигнум, Сталк вроде как. И вот я помню еще, да, остальных ребят, которые... Так, там Чоми. Чоми, да-да-да. Ну, это... Джудо, Оби-Ван, Банан. Местные задроты, да, эти Бигнум, Чоми. Так, ладно, начинается у нас игра, друзья. Уибелст, Фнатик, Чилл, Братрум, Романыч на Рубене. Вот он, Блюбанана, Пудж. А ведь так оно и будет. Да, это Пудж на трипле, слушай. Это реально Пудж на трипле. Ну, они роумить будут, это у них просто такая задумка убить кого-то на фестблат. Ну, по-моему, это провал. Потому что Тролль Варлорд... Хотя нет, Тролль Варлорд как раз на первом уровне не такой сильный. Да, потому что... На втором он сильный. Именно, он, скорее всего, сейчас качает просто топоры, ну, в смысле форму, переключение формы. Не думаю, что он прямо сейчас вкачает именно вот скилл топоры атакующий. Потому что если они бы не появились, то тогда да, тогда были бы небольшие проблемки. Вот если сейчас, допустим, Никс или, ну, какой-то один герой будет стоять смотреть на то, забанили спот или нет, а двое будут на линии, то, возможно, кого-то одного из них замнут. Если будут все трое стоять, то скорее огребут уже ребята из Уебелст. Это, скорее всего, будет Ремен, если там будут все трое. И они будут драться на кулаках. Ну, такой Братрум, конечно, на Спурмен Шелдом против триплы с 30-кой силы на первом левеле. Это очень больно. Его не взять. Сам он бьет у Гого как 6 армора. Так, ну и что у нас тут, Баратрумыч? Вот он, Баратрумыч забегает. Что он собирается сделать? Просто посмотри. Что он делает? Ты посмотри. Он будет, наверное, делать вид, что он пытается вывести крипов, чтобы на него напали. Но тут у ДД, у Эры, и совсем беда. Там, кстати, да, если сейчас этот товарищ пару подач выпишет, то... Ну, мне кажется, Баратрум уже он приехал. Он сейчас бежит вправо, его не догонят. Но он бежит влево, так, понял ошибку. Угу. Ну и побежал в центр, да. Все правильно. Кстати,
А крипы-то какие? Да ладно. Мне так до конца побегу? Нет, на, смотри, тут навешивает. Иди сюда. Кадилом ему по затылку, как правильно. Он прямо два в одном сделал. И крипов отвел, и в миде еще понапрягал. Ну, кстати, смотри, он в мид отвел дополнительных крипов, значит, у СФ будет дополнительная экспа. Да. И возможность душу получить. Да, возможность получить там денег, душу и так далее. Не, кстати, это он очень круто придумал. И крипов отвел, и на Разора погнал, что Разор не высасывал урон из Shadow Fiend'а вообще до талого. Он высосал только 4 секунды. Так, ну вот я сейчас смотрю. Баратрумыч возвращается у нас на лайн. У Баратрума такой именно шлем. Я не знаю даже, с чем его можно сравнить. Такой вырезанный из ведра, наверное. Так, Эра. Опять же, вот видно этого Баратрума, как ты говорил, да, эти 6 брони и Пурман Шилд. То есть, сложно, очень сложно его пробить. Урона блочится здесь очень вот много. Эти два саппорта Фнатиков, они под ударом всегда находятся, им нужно вести себя очень аккуратно. Кстати, пуш, который качал рот на первом левеле, не знаю. Ну да, мне кажется, тоже больше было бы толку именно от крюка, потому что рот — это дело такое. На втором, вот второй левел появляется у Пуджа. Вот сейчас с телекинеза он поднимет кого-то, Ромен, и уже подтянет пуш. Да, я тоже уверен, что так и будет. Причем тут вот стоит обсервер, то есть прекрасно понимают Фнатики вообще, как выглядит обстановка на карте. Да, там у нас типа быкует Рубик, но все понимают, что вот он стоит пуш. Что вот этот товарищ. Сентри нету здесь, на линии, на топе. Следовательно, вард этот разбить нечем. Следовательно, эти два суппорта стоят вот просто так. Они реально ничем не занимаются. Чего-то я не понял. Посмотри на варды команды Уебелст. Ни один из них не блочит ничего. Как и зачем они нужны? Вот видишь эти два зелененьких варда? Да. А, кстати, они видят а как? Одно и а, то же. А вот этот вот, почему он здесь стоит? Он же должен вот здесь стоять. Ну, он может, да, он может стоять вот здесь, может стоять вот здесь. Ну он да, стоит... я имею в виду левее именно. Вот этот, он даже не вот здесь стоит, чтобы блочить. Так, там у нас была тем временем, кстати, атака на Пуджа. Короче, эти два варда, не знаю, в ППХ, что ли, были поставлены. Ну вот, я действительно немного не понял момент с этими вардами, да, еще один тут разбивает сейчас. Остался, правда, еще один вард. Причем он ни до руны не достает, ну никуда не достает. Да, ну он дает, конечно, вижен по этой территории. Ну, это было бы плохо, если бы, в принципе, он но вообще... Возможно, даже... это именно задумка и такая была, что он дает вижен по этой территории, и его никак не разбить. Он еще не блочит спаун левый, который, в принципе, нужен иногда синтам для вывода. Да, так что, на самом деле, вот этот вард неплохой такой, с хитринкой. Но вот первый был такой сомнительный. Так, что там в миде у нас тем временем? В миде у нас тем временем Разор насосал 56 урона из СФа. СФ уже вернул их себе. Ну, СФ КС неплохой за счет тех двух крипов, которые привел ему спиритбрейкер. У него бы возможности было добить больше, он, видимо, ей воспользовался. Смотри, в центр! Выходит Рубик! Вот оно. Телекинез! Хорошо! Хоть... Крюк! Ай-яй-яй-яй-яй! РМН. Очень... Не круто сыграл, нужно было на Пуджа тянуть. Да, просто кидаешь в сторону Пуджа, то есть ты не портишь траекторию полета крюка, ничего ты. Целиться не надо, но ты Чил гарантированно сажаешь. Нет, не подстрял, это же Баратрум. Баратрум, да, причем Баратрум там в центр разбегался, крипа его убили, на которого он разбегался, но повезло, что в зоне поражения был еще один крип. Кстати, Трикси против Риса стоит. Так, Трикси, ага, все-таки заюзал он Рис. Трикси, обрати внимание, как качается, он через замакшенную джинаду качается. Ну, он стоит, да, он стоит линию против дестройера. Джинада замакшенная, то, что ему нужно. В принципе, он с ней даже мог вот со сферы яда и понаказывать этого дестройера, если он в лайн будет отпушен в сторону против хантера. Он еще и по КСу на равных с ним стоит, так что все неплохо у Трикси. Да, Трикси там действительно хорошо себя чувствует, а вот Баратрум, который левел 3, крипстат у Баратрума 18 на 3, кстати, очень неплохо. Если бы в мид была бы вылазка удачная, то у Ебелста все было бы неплохо.
Да, вот с мидом они немного, конечно, напортачили. Но сейчас появляется, да, уже там второй крюк Пуджа. И на самом деле, мне кажется, возможно, стоит просто отступить, юзнуть смоук и даже тупо выйти на этот же лайн. И просто убить кого-то. Смотри, какая раскачка интересная у Дестройера. Что у него там? Вот так даже он типа всего понемножку и ауру, чтобы все это регенить. Он так решил, что высасывать ману из Bounty Hunter смысла особо нет. Поэтому. А вот там какой-нибудь аркан у него закинуть, да, да. А тут наверху нападение. Да, причем напали там, даже непонятно, кто тут в роли нападающего. Эро, подняли. Отлично, вот виспа цепляют, но еще буквально плюшечка, отличный минус. Бежать, бежать, чилу, надо бежать. Жирный Баратрум, 170 хп, сложно убить. Нету подкопа у Нюкса, но Никс регенит ману. Да, да, да. Но он отстал! Очень плохо. Он отстал, да. И ой, Эра. Тут... Ой, Эра, короче, вообще. Ну тут пуч! Тут пуч! Отвлекает внимание, не достает! Не достает! До Баратрума! Вообще цирк. Так, там еще Рубен с телекинезом. Рубен, поднимай! Красава, Вован! И все, бежать, 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 пуч! Тролль Эра, вместо того, чтобы подождать кулдаун на замедляющих топоров, переключиться в рейнджовую форму, кинуть их, а потом уже дать не лишние топоры. Ну, он наоборот сделал, да. Промазал их, да. А потом такой, черт, я промазал, надо его замедлить. Неопытный игрок на тролле. Тоже не убил. Да-да, тут нам подсказывают, что вот такой вот товарищ на экране сейчас покажет, к чему у нас идет игра. Так, где там у нас пуч? Пуч, кстати, с этим, с ТПшечкой и со смоуком. Бара что-то разбежался и остановился. Что? Да, и теперь телепорт тратит, лол. Что это было? Мисклик. Да, возможно. Вероятно. Так, ну ладно, Баратрум там скоро будет с ПТ, надеюсь. Никс обходит в миди СФа. И сейчас, если Разор начнет высасывать, и Никс застанет, то минус СФ будет. Ну вот он высасывает. Никс. Красава. Красава, Никс. И тут же хук. Правда, у Пуджа еще нету ни левел, ничего для того, чтобы нормально продамажить этого Нюкса. Но он продолжает на него вонять. Там еще и Баратрум бежит. Да, Баратрум, вот он уже пришел. Еще тычку надо повесить Нюксу. Отлично, плюха, есть, минус. И зажат Разор. Зажат Разор. Пуч решил, что надо бы подфидить еще Разора, естественно. Пуч разрядок сделал. Но шестой за Сириус перед Брейкера. И теперь все может быть по-другому. Там, да, там уже почти седьмой, кстати, у Спирит Брейкера. Но на самом деле, Пуч, если бы там не умер, он бы получил очень важную для себя экспу. У него был бы уже там, наверное, пятый уровень. Потому что Разор у нас вроде неплохой. Да, Разор 8,5 уровней уже себе набил за это время. Так, тут у нас Баратрума видит Трикси. РМН тоже рядом. Сейчас, возможно, убьют они кого-то. Они хотят Виспа убить. И правильно, на самом деле, делают. Так, надо поднять Виспа. Поднимают. Виспа атакуют. Где Пуч? Пуч, вот он. У Пуджа второй только крюк. Висп улетает. Пуч начинает вонять. Виспа надо цеплять. Отличный хук! Хорош. Но Пуч тут умрет, скорее всего. Да. Досадно. Так, Эра, кстати, у него ведь есть, должны быть топоры сейчас. Там еще и трейк кинули. Замедляющих нет. Пуч! Почти, ну ладно, можно вонять дальше. Хотя нет, Эра уйдет, там трек, там большой мувспид. Смок. Непонятный какой-то. Ну ладно. Пуч. Две. Одна. Давай. Пуч. Нашел ведь, братюню. Ну цепляй. Он его боится и правильно делает. Да, кстати, да, там уже рядышком совсем Нюкс. Нюкс, тут-то он уже достал. И... Пуч, динается, красавчик! Блин, На самом деле он бы выживал, там и застанил. Ну, все равно. Типа лучше уже задинается. Ему-то что, ему-то все равно сейчас бы пешком домой идти, регениться. Ну, на самом деле, если бы у EBS не устраивали такой цирк на топе, там у них снизу стоит Дестройер, у которого есть мека, шестой Баратрум и СФчик. Они могли как-то кого-то загангать, снести тауэр, пойти там всей толпой с мекой, никого не бояться. Там Вис был бы левел 4-5, не особо опасный. Никс левел 4-5, тоже не особо опасный. Могли устроить экшен. Ну, вообще, да, это... 4-5 сейчас счет по фрагам, это учитывая то, какую
какой экшен, скажем так. Какую фигню творил Пудж? Да, да, вот что они устраивают до сих пор. А если бы они действительно взялись, как-то, я думаю, посерьезнее, возможно, результат был бы лучше. Тут у нас Разора разбивают. А, так, Пудж. Хукируй же ж ты, ну, Пуджара. Хороший, но он сейчас сам, скорее всего, умрет. Хотя нет, его сейвит сейчас Деваурер, и Пудж убегает. Но погибнет СФ за это. Или нет? Или СФ не погибнет? Нет, погибает СФ! Арканор, отлично, минус. Пудж уже здесь. Там байбеки, уйма байбеков. Пудж. Он боялся, что есть Карапаси, но маны не было. Да, маны у Никса нету, у него вообще причем нету маны. Пуджу, наверное, принести себе какую-то фласочку. И можно дальше воевать, стоять. Причем у него скоро будет шестой. Можно будет еще и грызть. Триксин нарисовал свой путь. Для да, да, да. Так, причем действительно траектория. Ну, понятное дело, правильная. Так, у нас там Дваур загулял. Не, нормально, не успел загулять чересчур сильно. Вот отлично, юзнул транквилы. И мана регенится, и хп регенится, все отлично. Вышку, правда, на топе, пока вот вся эта фигня происходила. Потеряли парни Зуйбелст. Так, отрыв, я смотрю, по золоту уже 2000 в пользу команды Fnatic. Ну, потому что там треки, фраги, треки. Да, там очень себя хорошо чувствует Гондор. 3-1-2. Вот Дестройер не может этим похвастаться. Он один раз пришел, там с ульты забрал человека, которого убивал Сарба, уже летящего в него. Так, там, кстати, Спиритбрейкера только что на топе забрали. Я не понимаю вообще, что он там один делал. Уводил на себя прицел команды Fnatic, судя по тому, что они бьют вышку в центре всем движлом. Так, Пудж. Ах, хотел как про подойти за. По-хозяйски пришел, так это мне, да? Да. Пудж! Ну, вот он центрик, все правильно сделал он, красавчик. Тут еще, правда, один центрик, короче, много центриков. Вот все очень четко сделал. Тут Пудж, шестой левел получил, есть у него уже дизмембер. Сейчас он будет есть мобов, на чем он сейчас и занимается. Как же он долго ест нейтралов. Это как Цемка в колбе. Да, дольше, да, да. Дольше, чем героя. Так. Рубен левел 6 уже, кстати. Кстати, действительно, только получает 6 сейчас РМН. Так, что у него своровать? Есть у него, ну... Можно импейл, например, попытаться своровать. Импейл и трек, пожалуй. Остальные какие-то скиллы не очень крутые. Ты посмотри, там сейчас обходят сзади. Два в инвизе. Висп залетает. Это разрыв сейчас был. СФ успевает разультить! Красавчик СФ! Очень вовремя! Но надо дальше и чем-то добивать! Отличный Санит из Eclipse! Точно так же! Еще 2000 по Нутейлу бы повесить! Еще одна плюха залетает! Минус Нутейл! Правда, тут уже тролль начинает нарезать. Трипл килл от Деваурера и Пудж! Боже мой, какой карнавал устраивают! Уебелл! Это реально тимвайп! Это тимвайп от Фнатиков! О мой бог! Да, тычка залетает, последняя. Рэмпейдж! Стенд-ин, рис. Именно рис на русском, рис, райс. Вроде так именно пишется. Рэмпейдж, 14-я минута на команде Fnatic. Жесть, СФ успел ультануть. И да! Дестройер рядом оказался. Именно. Так, успешно. Я уже думал, все, это разрыв тут сейчас будет. Вот тот ульт СФ, он настолько грамотно все сделал. Он увидел, что на него залетает висп. Сразу же разультил, там нереальное подрезание идет дэмэджа, и это, мне кажется, тоже сильно порешало. И, конечно, урона сам он внес там немало. Как бы СФ там не робкого десятка, да, видим, что сейчас у него там душ вроде не так много, но там он нормально. Это ответочка. Так, контратака здесь. Хотят убивать людей. Пудж на базе, к сожалению, регенится, ну и Романыч тут тоже умрет. А, Роман украл ульту тролля. Ах ты тролль, какой неопытный. Там нужно сразу жать ульту и форму. И тогда у Рубика нет шанса своровать. Я помню, как у нас там Рубики ульту Чена воровали, это было тоже элитно. Ну, ульта Чена, ее как-то попроще своровать. Ну, как сказать, то есть там тоже... О, по обстоятельствам. Он же не жмет никакую кнопку сразу после ульта. Да, тоже правда. Так, где там Пудж? Пудж с урной. Ну, кстати, вот как для суппорт Пуджа, счет 2-3-7,
Это неплохо. Так, там у нас СФ калирует, но СФ здесь умирает. Я не знаю, что они тут делали, парни из UEBELST. Вот такого нельзя допускать ни в коем случае. Абсолютно нельзя допускать. Так, Висп полетает. У троллята армлет. Угу. Нету пуджа на него сейчас. А вот он пудж. Пудж в этой игре на своей волне. Ща-ща-ща. В лесу спрятался, да-да-да. Дышит. Пошел искать кого-то. Причем... Так, а если на секунду представить, что это игра Star Ladder, а не PUBG, то да. Как же будут развиваться события дальше? Ну, лейт потенциал у UEBELST-ов кроется в SF, пожалуй, в одном. Ну, там Devourer еще есть. Destroyer есть, да. А вот у Fnatic'ов Тролль Варлорд и Разор. Тоже сильнее. Наверное, все-таки Тролль Варлорд и Разор с респаун-то пожестче. Ну, мне кажется, что типа в супер лейте, да, но вот в таком там средненьком лейте, мне кажется, что Devourer может навешать. В средненьком лейте есть Висп просто. Да, с которым да. Может что-то начудить. Ты смотри, тут сейчас нашел Баратрума у нас Трикси. И Баунти Хантер, который развешивает треки и получает преимущество. Вот это очень сильно именно Баунти Хантер, да, вот. Ой-ой-ой! Баратрум, ты куда побежал? А фишка в том, что братюнь, тролль... Остановись! Не делай этого! А там СФчик! Война. Вот опять СФ убивают. Так, Деваурер прилетел, сейвит СФа. Хорошо, сам нарезает по Разору. Правда, тут проблемы у Чила. Чила разбирают. Где же что-то Пуч? Где же Пуч? Сейчас. Пуш и Тауэр! Нормально! Братюня, давай! Правильно, крепка переагрил. Там типа трипл килл, пофиг. Очень плохая позиция была у UEBELST. Они заходили в разное время с разных сторон. Если бы они все вместе пришли, а то там Дестройер что-то пошел за СФом, который стоял, спрятал его, и не дал меку на Чила, который забежал там и дрался с кем-то. Короче, каждый бил каждого. По итогам минус 5 сейчас будет, да. А ведь так могло быть интересно. Вы же, этот путь это просто катастрофа. Кстати. Или же на развороте. Да не. Так, Разоршке! И Висп убивает. Нормально. Так, Братрум, на кого он там разбегался? А, он на Разора как раз-таки разбегался. Подвиньтесь. Опа-опа-опа, находит он Неро. Да, 10 секунд. Пуч! Хорош! Ну! Найс! Украл Виспов, пошел с Виспами. Пошел. И если сейчас переключит армлет, и тут Висп летит. На, ура! А, вот. Теперь вот, уже не переключит теперь армлет. Теперь поиграй, армлет. Тут нужно поймать момент. Ну! А, не в того кинул. А вот сюда мог бы, кстати, даже попасть, наверное. Кончилось урма. Да. Убило. Так, руна инвиза появляется на нижнем споте. Там Нюкс пытался... А, нет, Разор забирает, да, у него там бутылка, у него все окей. А, в смоке отправляются UEBELST-ы на топ. Они хотят убить Трикси. Есть ли у них там просветочка или что-то? Да, есть просветка у Баратрума. А почему Баратрум не разбежался, вот, начиная с этого момента где-то? Он бы все равно знал... Понятно. Да, он бы все равно знал, где находится этот Баунти Хантер. Короче, такое. Так, БХАМ. Вот он. Трек кинул. Давай, Бучер, ну, ты же видел. На инстинктах. Кликнули, поняли, что там Разор. А как... Кстати, ну да, их только что реально обвели вот целиком и полностью. Разор ткнул, где находится вражина. Нюк, а вражина поэт, ткнул на Разора в этот момент. Да. Там по трекам опять же... И вот она война, но она будет без СФа. Кстати, это плохо, что война без СФа. Правда, там... Баратрум увел огонь на себя, красава, Баратруме! Только надо бежать сейчас Деваурору, потому что Деваурор-то здесь, скорее всего, отъедет. И... А где Пуч? Тут что-то... Они все уводят Пуч огонь здесь. На себя с разных сторон и убирают. Не-не, нормально, Деваура тут сейчас может улететь. А, не улетит, он там релокейт. Ну, если бы у него КД ульты не было, он бы просто спрятал Разор и нажал ТП. А так, ну. Да, кулдаун был там на телепорте, действительно, несколько секунд. Так. Нюкс с Аганимом, с Даггером, конечно, очень сильная тема. Тем более, достаточно рано появляется у него Даггер. Сейчас инициация будет очень хорошая. Так, пуч. Вот он. Вот так, занимает позицию. Так, это операция по убийству Разора. Она должна быть успешной. И хорош! Красава! Где там Рубен?
Рубен еще и по трекам! Найс! Шарит, шарит. Если не брать в расчет то, что он там пушил тауэр, пока его команду убивали, то вроде все окей. Причем этот тауэр потом прилетели за денайли и его убили. Но это опять же все мелочи. Так, вот он Нюкс. У Нюкса есть Виндетта. Второго уровня, кстати, Виндетта. Но Айсов он вряд ли что-то сделает. Два урода тоже вряд ли. Жирные пацаны. А Баратурму вряд ли. Ему надо найти какого-нибудь там, я не знаю, Рубика разве что. Потому что все остальные действительно жирные. Никс нашел врагов. Да-да-да. Оп, укусил. Ой, это минус 2 урона. Моментально. Так. Нормально, в траля влетает. Тут парня и сэфчик! Хорош, сбивает Аигис моментально. Еще... А, нету маны, банально на Кайлы сейчас у СФа. Так, Нюкс у нас уходит, тут же тролль. Ну, тролля-то можно убить. Тут же пуч! Сбивает, правда, пуджу кушалку. И пуч не успевает кинуть крюк, лол. Вот туда, тут, скорее всего, чил тоже. Хотя, ну, нет, мувспид большой. Хотя и у парней-то из Уибелс мувспид тоже не маленький. Нет, погибает Баратрум. Блинканулся Никс, ребят поддержать без маны. Ну, он морально давит на противника. Так, там у нас Романыч. Романыч, забег. Вот нормально в него накидали. С лонгрейнджа. Так, что там? Пуч вышел на охоту. Пошел. Так, Деваурора тут нашли. Деваурор на форстафе уезжает. Где же Пуч? Вот он. Dire's top tower is under attack. Так, дезолятор у Баунти Хантера. Да, по графике видим, что уже больше 12 тысяч по голде, 10 тысяч по экспе. А ведь так могло быть хорошо, если бы нет провальной драки в миде. Да, в миде там мы очень сильно напортачили, и действительно без этой драки, мне кажется, мы и сейчас сидели и думали, что еще не все потеряно у команды Уебелст. Но сейчас можно посмотреть по графикам, 22 минуты, 14 тысяч почти уже у Фнатиков по голде перевеса и 12 по опыту тысяч. Да, из такого обычно не вылазят. Так, там у нас СФ убили, Эрмена убили. Что-то они летят вереницы. Да-да-да. Так, кстати, Нюкса оставили здесь. О, Нюксушечка. У Нюкса даггер откатит, да, у него есть даггер. Но Пуч не успел дойти до него. Пуч кидал крюк где-то вот отсюда и до сюда. И, видимо, рейнджа не хватает. А в этот момент спрятали вроде, потом он пошел пешком и не успел дойти. Короче, там, да, там не очень было. Не успел дойти, там был. ТОС! Это, конечно, запара для чила. Да, под... если бы он был не под треком, все было бы очень круто. А под треком, да, получите, распишитесь. Так, Пудж. Сейвят. Пуджа, правильно. Мощный юнит. Да, парень из астрала выйти не успел. Не, ну, смех смехом, да, но тут, в принципе, уже понятно, к чему идет дело. О, трек украл Рубик, кстати, слушай. Вот нуб Триксик, который раз отдает трек. И сейчас еще умрет. И сейчас еще умрет, действительно. Еще вешать надо! Что-то... Нет! Нет! А Трикси жадина. Живет! Трикси живет! Лив! Найс! Вот Трикс жадина, ультнул бы и все. Да? В итоге он своего друга отдал. Жмот. Там смотри, он сейчас еще и всех своих отдаст, потому что их сейчас убьют здесь. Так, Разор, БКБшечка, ушел. Так, Разор гонится. 476 мувспида, намного больше МС, но нет. Где там СФ? А, СФ тут уже, да. А, СФ решил не собирать БКБ. Земляка. Классно. Тут же совсем нет станов. Физер. МПЛ. На! Тролля! Просто! Вот так вот! На опыте! Тролль, БКБшечка, но продолжать. Ой-ой-ой, Башек опять проходит. Посмотри, минус Деваурер. Там когда Бучер ел тролля, у тролля не было БКБ, и Рис бы просто ультанул по нему. Пуч! 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 Ах, блин, за что ж ты этого крипа так вытащил? Ну ладно, это камбэк! Это камбэк! Слушай, даблкил от СФа. Это все камбэки начинаются, друзья. Вы не понимаете ничего. Команда уявилась мастера камбэков. Мастера камбэков, да. Просто Фнатики еще и немного пытаются сопротивляться. А так-то у Ебелст уже все по плану у них идет. Как я у себя там писал, да, у Ебелст только что разогрелись на альянсах. Размялись на альянсах. Сейчас будут покорять Фнатиков. Там, кстати, Нюкс вышел на охоту на Эрмена. Эрмен видит Нюкса, крадет, роняет. И
Ай, не дотянулся. Этот пуч, ну хоть бы братюню своего спас. Нормально, нормально, он забайтил, забайтил. У него там еще, кстати, 7 стиков, так что все окей. Тут немцы нормально так себя ведут. Играют против альянсов, там что-то в одной в первой игре еды. В конце игры пишет, что я буду продолжать пить водку, уходит в кастеры, новый игрок, берет пуджа. Нормально они. Да, все четко у этих ребят. Так, смотри, принимают нас сейчас. Пуч! Как там? Жрять, жри его, да, у нас Версутан говорил в свое время. Висп, висп, висп. Очень быстро распадается висп. Правда, там пошел боевой транс. А, нет ульты у Дваурера, но разбегаются фнатики. Понимают, что вдвоем против четверых драться не слишком приятно. Сером сейчас нападут. Пуч, что ты сделал? И у Пуджа нету маны, ну прожмишь ты стики, жри его, жри, жри. Хорошо, но нет, копает нюк с двоих, топоры от тролля, и это разрыв. Это реально разрыв. Один ультует БКБ. Тайф. Второй хукает союзника. Кстати, слушай, Трикси-то убили. Так что все еще не так уж и плохо. Хотя нет, СФ убили тоже, так что все действительно плохо. Еще и Разор убивает. 2400 у Разора по деньгам. Так. Не, ну пуч вот этот, крюк его, кого он там, Рубика вытащил или кого? А, кого-то из своих. Нормально, нормально он зацепил. Причем даже, допустим, он все делает по плану и вытягивает чужого. Допустим, у него даже нет БКБ, там же СФ ультит ему в лицо. Ну да, то есть вот мотивы этого крюка были неясны изначально. Так, Баратрум улетел на базу. У Баратрума блейдмейл, между прочим. Барабаны, блейдмейл и ПТ. На самом деле у Баратрума артефактов вроде не так уж и мало. Конечно, идет 27-я минута, и для 27-й минуты, возможно, это маловато. Невозможно, а так и есть. Но, типа, на манге он все равно может попытаться внести. Хотя там два БКБ у основных бьющих героев, поэтому, опять же, отразить много урона не получится. Армлет у Гондора. Там армлет у всех. Сначала купил тролль, теперь купил Разор и Гондор за ним. Нормально. Отстающий Никс. Ну, у Никса деньги вот как раз. Еще 1000 и будет. Пуджу армлета не хватает, я считаю. Пуджу, кстати, армлет клевая тема. Он, ты его включаешь, начинаешь есть с аганимом. И урона больше от ульта. Потому что там от силы в процентах. Ну, у Пуджа вообще нереальная связка. Это аганим и Зериал. Он просто съедает там пятислотовых людей. У нас сегодня еще сила наворована. Ну, обычно, да. Там дает эту силу. К супер лейт-гейму обычно 25 там силы. Волей-неволей. Так, тут на Трикси, кажется, понял, что он Трикси без БКБ играет. Не в тот район зашел гулять. Ну хотя, слушай, на Трикси сейчас немного не стали обращать внимание, отталкивают здесь тролля, Трикси почему уходит. Почему он не ультит? Я не знаю, почему не ультит этот Деваурер. Он, мне кажется, что-то вот пудж, пудж. Отличный подкоп мимо. И пудж решил принять смерть лицом. Сказал, что я вас не боюсь. Я не буду летить, я уже и так рэмпэдж делал в этой игре. Да-да-да. Ну а чил! Чил как мужик. Слушай, у них, походу, мужицкая команда, знаешь. Пуч развернулся, пошел убивать врага со 100 хп. Братрум понял, что их пытаются догнать. Пошел тоже бить врага. Вот Деваурер выбивается из... Да, из этого. Массы. Он не ультит. Он вот здесь вот не ультил, когда Рубик его брат умер. Сейчас не ультанул в Гондора. Так, сейчас тут Гондор. Ага, он явно повесил. Хочет еще один рэмпэдж с ульты сделать. В пятерых дать, и все умирают. Да, он, походу, вот запомнил тот момент. Такой, блин, ну по-любому надо еще один сделать. Вот что это я как лох, всего один рэмпэдж за игру. Так, сейчас с блинка может Никс копнуть. Ну нет, уже понимаешь, что там куча людей. Еще и пуш, который спасет. Сейчас тут пишут уже во всех пабах страны суппорт пуш. Это точно, друзья. Именно так. Не, на самом деле в паблике суппорт пуч, по-моему, совсем беда. В нормальной игре просто враг не знает, что против этого делать, типа, а, что это вообще такое? И ну, там, типа можно... да, немного непривычно, скажем так, вот играть. В смоке выходит, в мид гангать Рубик и пуч. Рубик кидает на пуджа, пуш хукнул. Во, здравствуйте. В паблике гораздо профит не играть на мидовом пудже, а там вроде миди не особо. Ты смотри, сейчас ребята будет стычка, да, и... Тут. Нашли или нет? Баратрум! Ничего, а куда ты побежал? Баратрум! Лол! Не в ту сторону! Пудж! Никого не вытягивает! Пуджа убивает! Гондор! Нет, пудж пока ест Гондора. Так, минус пудж.
Там пока Никса только разменяли, но тут Лиф отъезжает, судя по всему. Хотя вот сейф. Трикси надо. Ультанет. Ну хоть сейчас ультанул. И! Но армлетом сыграл. Армлетом сыграл, красавчик, Трикси. И Висп залетает. Да, Висп причем в наглую залетает. Нормально Разора снесло. Разор, видимо, тоже, хотя там... А сыграл в ящик. Да. Ну, Висп улетел, оставил тролля в центре вместе с Нюксом. Тимвайп! Уэйблсты отъезжают, 25-42. Счет у нас уже по графикам, я даже там смотреть страшно, наверное. Хотя, видишь, камбэк был вот на графике, видно, небольшой такой. По опыту там, вообще пятерик почти отбили. Так, минус твой рулька. Рубен, что? И пуч! Нормально! Врубает батл интернет. Да, почти! Тут еще и Романыч встрял! Вот этот пуч навлек беду на своего тиммейта. О, как мы знаем, если немцы не у фонтана так хорошо сражались, что будет с матиками у фонтана немцы? Да, кстати, Дартер без печали, вот же он, Дебаурер-рулечка. Еще тычку, нет, играет армлета мэра. И... Нет, эра погибает. Давай. Нет, ну реально, вот эти, знаешь, мужицкие мувы в исполнении Уебелстов. Это, знаешь, это называется команда, которой нечего терять. Вот они просто делают все, что боятся делать другие команды. Так, тут у нас проблемы у Лифа. Баратруме, секунда до разбега. На! Хорош, Баратрум! Нет, Баратрум тоже умер. Так, где пуч? Вот он, пуч. Фонтаном еще даже не пахнет. Так, вот сейчас пойдет Крючело! Хорош! Того, кому надо! Бить его дальше! Найс, минус тролль! Все, теперь убегать, потому что там Разор сейчас всем лица разбивает. Давай, Разорочки прячь! Да не того ты прячешь, хотя... Нормально он спрятал. Да, нормально. Спас и убили бы, но команда подвела. Че там, неопытная команда? А, вот Чил уже бежит за Трикси. Бац. Разбились на него. Но! Разбились вот тогда это... на нижних. Вот эти двое сейчас явно загуливают. Надо убить. Так, Баратрум не туда, мне кажется, побежал. Вообще он не туда бежал. Бежал, да, крипов фармить. Я не знаю, что бегают два загульных парня. Вот он, Пудж. Нет, не трожьте Пуджа, сволочи. Разделили Фнатики, ребят. Да, растянули неплохо. Ну вот, увидели же, наверное. Все, провал. Надо было их убить. Так, ну Баратрум уже у фонтана готов разгоняться. Да, вот он сейчас увидит свою цель. Настана. Два урона с форстафом должен уехать. А у него форстаф некуда. Все нормально. Да. У Баратрума кулдаун разбегай, да, кулдаун. Сейчас бы не был кулдаун. Да, он бы уже бежал туда. Поплатился за свою наглость. Во-во, разор, вот же он. Оп, побежали. Так, тут будет 4 на 5, ну нормально. Там, кстати, Нюкс уже рядом. И, между прочим, у СФа 16 душ и из блинка ультанет. Ну-ка давай, СФ. 16 душ, как умеешь. Так. Ну, и правильно. Никс отлично копает. Чем же ПКБ-то, прожимать до блинка. Да, тут, конечно, разваливают сейчас. Пока что СФ... Романыч-то по красоте сдавал. Ой-ой-ой, смотри, как там толкает, хорошо! Рыменчик! И крыди, и беги с этим гемом, беги, чил. Ремен! Красава! Ладно. Вот не руф, секундант Виспа был. Да, Романыч только что разрулил. По гайду просто разрулил. И байбек. Волевой байбек от Рубика. Я очень часто слышу этот звук байбека в этой игре. Да, тут вообще постоянно кого не убивают, сразу же байбеки. Нажми кнопку I. И ты увидишь байбек статус, и ты поймешь, что происходит в этом матче. Нормально, у всех кулдауны. У всех кулдауны на байбеке. Причем с разницей там минута, две, там, три, там и так далее. То есть парни делают байбеки, как только появляется возможность. Ну, все хотят поиграть в доту, все правильно. Но если Фнатики эту игру проиграют, а они еще не нюхали фонтан немцев, то они же вылетят из Стар-серии. Так, влетают на Рубика. Пудж. Кусово Виспа! А че он там остался? Лол! Непонятно, чем он там остался. Может быть, в этот момент взял тезер, даст тебе всего. У Пуджа примерно такой же вопрос сейчас. Читор! Я считаю, все.
дисбан, дисквалификация, там все как положено. Сейчас опять мне скажут, ты там обещал. Нет, я ничего не обещал, я шучу. Начнут мне заявочки кидать. Так, где же Пудж? Блин, ну слушай, мне было пообидно просто. Вроде такой красавчик вытащил. Так, нормально Глаур шварфнул, но... А дальше-то чё? Дальше там у СФ просто 8 душ. Ты знаешь грань. Где можно кинуть Пудж, где можно не кидать. Где надо, он не кидал, а сейчас вообще не надо, он кинул. Видимо, понял, что еще такой возможности у него не будет. А как же дождаться Пуджа? Из Пуджа вообще практически нет замеса у Эвилст. Ну, Пудж как бы герой обычно начинает всю эту заваруху, да. Потому что Пудж, на самом деле, как бы смешно не было, он попадает частенько. Даже в шестислотовых троллей, но он попадает. Так, Пудж, смотри. Стоит спиной, такой раз, занял позицию. Ага. Ща. Посмотри, тот Фиск какой дерзкий-то. Фиск вообще дерзит. Так, Пудж! Ну там было очень сложно, он много крипов. Рухавают. Так, разбежались. Нюкс копает. Так, 3-2, 1 секунда. Все, Пудж пошел. Давай, скорость кошки, реакция мангуста. Нечему его подтолкнуть, нету форстафа ни у кого. Это проблема. Так, в Севиру Рубика. Или... Оп. Он не бросил труп товарища, он взял его с собой под фонтан. Да. Так, что там? О, Пудж вытащил. Красава. Нарезать Трикси. И это рулетом, какой жук. Ну, кстати... Что странный этот Трикси? Он умер от урны. Так, у нас проблемы сейчас у тролля. Могут быть SF. SF. Супер Койл 1. Второй Койл. Ну, кстати, сбили Айгис. 2000 в Разора. SF. И настоящий дефет с 6 душами. Да, 6 душ — это элитненько. Почему он килл так, чисто для красоты? Его там не было. Он так же, как вот Деваурер в прошлом замесе, да? Чуть-чуть купил себе носочек и фиски. Фиской кожи. Чтобы быть ловчее. Ловчее. Так. На нюкса. Выехали. Тут же Романыч. Нет, Романыч, ты слишком далеко был. Ты слишком много видел, сказали ему парни из Fnatic. Стерли одного, второго. Руджа еще нету, поэтому сейвить СФа некому. Да, трипл килл от Эры. Нет, понятно, что тут Good Game уже давным-давно. Вот я... Ой, графики. Ты посмотри на них. Ты посмотри просто на полоску вот под графиками, там, где события. Да, много было событий. Событий было очень много. Да, ну, дотянут ли до соточки? Покажут сколько? 96 фрагов, еще 4 надо. Рапира. Ну вот с рапирой, мне кажется, под фонтаном уже можно. Так. 4 тут. На гем байтит. На два. Два гема. Давайте, братья, подходите, забирайте. Ну, я на самом деле сейчас выложил что-то и специально пошел бы попытаться. Найс байт. Там армлеты лежат на земле. Нормально. Так. Опа, забайтился Разор на ТПшечку. Захотел ТПшечатины, ну и... Жри его! Нет, не хочет его жрать, тут же у нас Деваурер. Ну, с рапирой, конечно, тролль не прощает, я смотрю. Ну, еще один фраг надо сделать, ребят. Ну, пойдите вы на фите по фонтану. Ну, соточка же нужна. Ну, братрум, давайте. Сейчас вот он нападет. Лол, ну вы че? Такие не очень. Варлорд вообще не прав. Я тоже... Вот, ну... Вот! Давай! Пошел! Он сам идет. Вот это мужик! Вот это действительно мужик! Еще и СФ мужик! Все мужики! Вот теперь соточка есть. Да. Ну чё, 101 фраг. 39 минут, друзья. Нормальная игра, я думаю. Да, неплохая. Что на следующее? Альянс Дуза? Там, кстати, тоже можно. Да, именно. Альянс Дуза, друзья, следующий матч. Я сейчас, кстати, вот многие должны интересовать турнирная таблица. Я сейчас добавлю быстренько результат этого матча.
Так, это у нас Webelst, Fnatic были. Ну, мне просто самому интересно посмотреть турнирную таблицу, как она там поменялась. А, заходи скорее, там уже все готовы. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я вот сейчас пока вот врубил турнирную таблицу, и я уже в лобби. А, смотрим, команда Fnatic вырывается на 11-ю строчку. Они отыграли полный сезон. 6-9 у них статистика. Осталось еще... Они, ну, не то, чтобы себя там обезопасили, хотя вроде как обезопасили, да, от вылета, насколько я понимаю. Потому что там уже у Мены, Посейдона и Virtus.pro по 9 поражений, а они еще будут играть между собой, следовательно, будет еще десяточка. Ну, в общем, я думаю, вы поняли, что Фнатики, по идее, не вылетают из этого сезона Star серии. У Ebelsты отыграли сезон 1-14, но последние матчи были такие, что... Просто стоит купить билет на StarLadder для того, чтобы посмотреть на их игры последние эти против там альянсов и фнатиков. Ну а мы уходим на небольшую рекламную паузу, после которой с вами увидимся уже на следующей игре. Альянс против Дуза Гейминг. Никуда не исчезайте. Как планшет. Мощный, как ноутбук. Ноутбук и планшет в одном корпусе. Intel представляет Ultrabook Transformer. Он не просто изменяется сам, он меняет все. Седьмой сезон легендарной серии StarLadder TV. 16 сильнейших команд Европы. Более 120 матчей регулярного чемпионата плюс LAN-финал. Самые популярные комментаторы. Смотри StarLadder TV через Dota 2 клиент. Эксклюзивный сет от StarLadder TV уже в продаже. На ваш выбор два билета с эксклюзивным сетом и без него. Будь в курсе последних событий. Смотри StarLadder.